Все-таки хорошо в нашем городе. Землетрясение с места сорвало. И он как покатился. Значит так, никакого землетрясения у нас не было. Скажи честно, что опять хотел похвастаться перед всеми и притащить арбуз. А теперь у нас будет на один арбуз меньше. Авось на один, небось меньше. Подумаешь, да их там полно-полно. Лучше бы ты не знай-ка огурцы собирал, а ты сбежал. Я, если хотите, этих огурцов вам сейчас столько наберу, столько, не знаю даже сколько. Не знаю. Ой, а я знаю. Нисколько, все уже собрано. Их жалко, но я-то все равно найду самый большой. Вот увидите. Ищи, хвостунишка. Пройти. Может быть, сверху упало что-нибудь? Наверное, от луны оторвался кусок и ударил меня по голове.
Ничего себе! Уже с луны камни падают! Это вам не огурец! Вы слушали последние новости цветочного города. Ой! Ой, Незнайка! Значит, ты нашел огурец! Какой там огурец? Ешьте, пожалуйста, сами свои огурцы. А что же такое? Огурцеподобные? Томатоподобные. Ой, как грубо. Ничего. А почему ты это прячешь? Да потому что сразу начнется. Это мы нашли. Это мы вместе нашли. А Незнайка вроде бы и ни при чем. Знаю я вас. Ничего подобного. Мы всем скажем, что это ты нашел. Только покажи, пожалуйста, а? Ну, покажи. Ладно уж, смотрите. Ой, ой. Фих, камень. С луны упал. Да сам ты с луны упал. Не могу. Эх, вы, пищалки, трещалки, бочки, платочки, юбочки, носочки. Ух ты так. Не плачь, не плачь, Ромашка. Мы же обещали, что всем расскажем, что нашел Незнайка. Вот мы всем и расскажем. Побежали, Бушка. Эх, я пустая голова. Ничего, пустая голова лунный камень не найдет. Слушай, Знайка, это... Добрый вечер. Значит так, чего тебе? Да вот, лунный камень. Оставь там, на тумбочке. Камень-то лунный, с луны упал. Положи и иди спать. Чего ты ждешь? Я сам не знаю, вот камень с луны свалился. И мне по голове как даст. А я тут как на него прыгнул, чтобы обратно не улетел. А он тогда как... Значит так, тебе надо к доктору Пилюлькину. Он тебе посмотрит в голову и даст... Лучше я спать пойду. Ага, вот он. Незнайка идет. Смотрите, на него луна упала, а он жив и здоров. Незнайка, покажи камень, а? Да он его тихонько на место положил. Ага, на луну. Ничего, вы еще увидите. Знаю я вас. Раскрытие лепестков лютиков. Раскрытие ромашек. Раскрытие резиды. Не будь каша. А восьмая. Ну вот, опять каша. Ну вечно ты во всем недоволен. Режим питания нарушать нельзя. Знайка, вечно он опаздывает. Никогда больше не буду заниматься наукой. Я летаю, как одуванчик. Что за шутишь? А вось упадем. Небось на потолок. Почему все перевернулось вверх дном? Прекратите сейчас же. Я думаю, мы потеряли вес. Слушай, Винтик,
Если мы потеряли вес, так его надо найти и дело с концом. А ты, дурачок, молчи, если ничего дельного предложить не можешь. А ты, шпунтик, меня дурачком не называй, только дам кулаком. Ой! Согласен, режим питания нарушать нельзя. И я не согласна, у меня вся юбочка измялась. И мы не согласны. Авось внизу. Небось наверху, а где Авоська? Где не Боська? А я шишку набил, даже две, себе и молчуну. Ну, раз такое дело, то и я не согласен. Невесомость. Они создают... невесомость, лунный камень и магнит. Вот если я их развожу подальше, то и сила взаимодействия уменьшается. А если мы приближаем лунный камень к магниту? У нас в руках. Теперь мы сможем отправиться в путешествие даже... Значит так, на Луну. Самим астрономом Стекляшкиным живут ли на Луне коротышки. Такие, как мы. Ага. Или же там вообще никто не живет. А Незнайка. Чего Незнайка? Ну, он тоже будет спорить. Ничего я про твоего Незнайку не знаю. Да я так спросила, просто... Что? Ну, просто я вспомнила, как на него камень с Луны свалился. Бабах! Твоему Незнайке! Уважаемый астроном Стекляшкин задерживается. Безобразие! Ой,
Тише, тише, братцы! Мы отправили за ним Винтика и Шпунтика. Однако, судя по всему, профессор решил отказаться от спора со мной. Что ж, он и прежде не раз заявлял, что мы не сможем... Да, да, еще раз да! Я утверждаю, что всякий, кто посмотрит в телескоп, убедится, что луна — это безжизненное тело, где нет никаких признаков жизни. Я посмотрю, я убедюсь. К великому сожалению, в настоящий момент луна на небе не видна, а вот появится, тогда всех милости просим. Что же это ты нам голову морочишь? Мы здесь все собрались, сидим и едим. Ничего понять не можем. Небось понять, а вот не можем. Можем. Мы полетим на Луну и там все увидим. Как это? Не может быть. Вот здорово. Я согласен лететь, хоть сейчас. Полетим на Луну и посмотрим. Нет, мы полетим не сейчас. Мы построим большой межпланетный корабль, возьмем значительный запас пищи и воздуха и устроим длительную экспедицию. Ура! Чур я буду рулить. Поехали! А почему это? Почему никто не приглашает девочек? Правильно, Мушка, это же неправильно. Да потому что, дорогая моя, что никто никуда не полетит. Нет такого двигателя, который мог бы поднять корабль из земли и довести его до Луны. Есть такой двигатель. Он перед вами. Еще раз ха. Этой силой мы поднимем корабль и направим его на Луну. Чушь полнейшая. Ну что это за примитивное устройство? Причем здесь Луна и полет к ней. Я человек науки, и меня не проведешь. Ну, и где же эта ваша хваленая невесомость? А? Но ведь была же невесомость. Была. Была. Всплыла. Вот она, ваша невесомость у меня на носу. Нет, нет и нет. Никогда больше не буду заниматься наукой. Ни-ни, и думать нечего. Пусть кто-нибудь другой летит на Луну. Пусть кто-нибудь другой найдет на Луне коротышек. И тогда все скажут, Знайка был прав, и всем станет стыдно. И даже Стекляшкину станет стыдно. Нет, раз я решил не заниматься наукой, значит, не буду. Никогда! Знайка пропал. Не Знайка. Знайка пропал. Ой, мы должны всем скорее об этом рассказать. А я уже и всем рассказала. Какая ты мушка. Не могла меня подождать? Не обижайся, Ромашечка. Ведь искать-то Знайку мы будем вместе. Вместе? А как? А так, за мной. Мы найдем Знайку. Где же Знайка? Ну вот, никто ничего и не знает. Братцы, и Винтик пропал. И Шпунтик. А ты не Знайка, что думаешь? Да я-то знаю, где Знайка. Ну знаешь, так и скажи. Да ладно тебе, молчу. Я и так скажу. Знайка после невесомости изобрел эту
невидимость. Чего? Сделал такую мазь, намазался и исчез. Вот. А винтик? А шпунтик? А он это, на них эту мазь пробовал. На шпунтике спереди, а на винтике сзади. Да я и сам могу стать невидимкой. Эни-пени, чики-таки, тэ, буль-буль, каляки, шмяки, тэус, тэус, лиму, пэус, клакс. Состояние невидимости! Состояние глупости! Вот что! Что? Ты чего там? Я тебе чудом! Так вот, где Знайка. Значит, Знайка все-таки решил построить ракету без меня. А лунный камень нашел кто? Ничего, я докажу всем, что я тоже это великий ученый. Запросто. Вот возьму и починю этот прибор невесомости. А на рыбах проверю. Ой, смотри, винтик и шпунтик. И Знайка, Знаечка, нашелся. Мы его отыскали. Чего это вы тут делаете, а? Ракету, да? И опять девочек не приглашают, а все равно она не полетит. Полетит! Полетит! Ракета к полету готова! Все решено, братцы. Завтра утром мы все летим на Луну. Я открыл простую закономерность. Лунный камень был найден во время полной луны. Да-да, братцы, нам надо спешить. Камень во время полнолуния заряжается особой лунной энергией и действует всего лишь несколько дней. Не верю! Полнолуние, полоумие. Все это антинаучная ерунда. Но это легко проверить. Мы берем прибор... Где прибор? А приборчик-то? Тю-тю. Спасайте его! Спасайте! У него прибор невесомости! Ой. Так, снимайте с него рубашку. Сейчас я ему искусственное дыхание буду делать. Искусственное? Да ни за что! Где прибор невесомости? Ты куда дел прибор? Садовый, твоя голова! Пусти! Пустите меня, или я за себя не отвечаю! Я ему дам прибор! А, ты еще и дерешься! Как мы на Луну полетим? Вот я тебе покажу, как приборы топить! Эх! Чего же ты молчал? Скажешь что-то. Я когда утонул, сразу прибор за пазуху спрятал. Вы налетели, я вам прибор спас, а вы... Спас? Да с такими, как ты, за это не полетишь на Луну. Кто я? Ну и не надо. Очень мне нужна ваша Луна. Ну и целуйтесь со своей Луной.
так жалко, что Знайка не берет тебя на Луну? Да, подумаешь, Луна. Вот, я принесла тебе пончик. Ну и ешь его сама. Не знаю, я решила поговорить со Знайкой. Может, он передумает. Ты ведь так хотел полететь на Луну. Очень надо. Захочу и на другую Луну улечу. Ой, я придумала. Ты будешь принимать наши сигналы. Хочешь, я даже передам что-нибудь лично для тебя? Ага. Ты будешь гулять по Луне, а мне передашь. Интересно, что? Ну, привет. Привет. А, привет. Нужны мне твои приветы, Ромашка-букашка. А, ты просто грубиян. Ах так? Ну, я за себя не отвечаю. Это у тебя еще есть пончик? Обжора! Кто? Я! Как хорошо, что ты ко мне пришел. А как же? Мы ведь с тобой друзья по несчастью. По какому несчастью? Ну, тебя не берут на Луну и меня тоже. Мне нельзя на Луну. Я тяжеленький. Ракета меня не поднимет. Это кто тебе сказал? Доктор Пилюлькин. Глупости! Все, кто полетит в ракете, будут в состоянии невесомости. Хоть Пилюлькин, хоть Свистулькин. Для ракеты все равно, тяжеленький ты или не тяжеленький. Никто ничего не будет весить, понял? Ага, тогда это несправедливо. Еще как несправедливо. Так несправедливо, что и сказать нельзя. Слушай, Пончик, а ведь мы с тобой можем исправить эту несправедливость. Да-да, а разве можно делать такие вещи? Ну почему же нельзя? Вот чудак! Ну пошли! Что ты там как неживой все равно? Подожди, Незнайка. Кажется, я устал. А зачем ты с собой еду тащишь? Я же говорю, там полно всяких продуктов. А вдруг нет? Да как же нет? Космический запас, вкуснотища. Как только взлетим, сразу кормить начну. Вот увидишь. Знаешь, Незнайка, я, наверное, не очень хорошо переношу невесомость. Трусишь? Смотри у меня. Я не трушу, я волнуюсь. Я все-таки достану пончик. Доставай побыстрее. Хочешь на Луну? Я не знаю, очень хочу на Луну или домой. Ну вот, авось, небось. Давай-ка сюда. Вот видишь, эти семена везут на Луну лунатикам подарить. Пусть разводят. Я спрячусь в тыквенные, а ты в арбузные. А вот у тебя в животе арбуз вырастет. Ну все, до старта спим. Пончик! Что такое? На Луну полетим! Вместе со всеми! Ты что, не рад? Нет, почему же?
Я очень рад. Ой, а ну спи давай, спи, спи. Выберусь из ракеты и убегу домой. А Незнайка пусть себе летит на Луну, если ему так хочется. Сама не знаю, что говоришь. Мы не можем рисковать. Ну, Знайка, ну, Знаечка. Но ведь неизвестно, что он еще может натворить. Он больше не будет. Нет, путешествие на Луну не увеселительная прогулка. Все. Это не Знайка. Я чувствую, это не Знайка. Проснись. Проснись скорее! Беда! Какая беда? Беда, беда, братец! Мы, кажется, проспали время завтрака! Фу ты! Я думал, не весь что случилось! Удивляюсь я твоей беспечности! Режим питания нарушать нельзя! Ага! Невесомость! Уже летим! Значит, пока мы спали, Знайка и остальные коротышки погрузились на корабль и... Пультик! Чувствуешь? Мы летим на Луну! На какую Луну? На ту, на которую собирались. На Луну? Пошли по каютам. Вот они сейчас удивятся, а мы скажем: здравствуйте, вот и мы. Здесь почему-то никого нет. И здесь почему-то никого нет. Да здесь вообще никого нет. Похоже, мы в ракете одни. Как одни? Так одни. Одни и все тут. Но кто же тогда запустил ракету? Я не запускал. Внимание, внимание! Согласно программе полета, приготовиться к завтраку. Ура! Знайка! Знаечка! Завтрак! Знайка! Ау! Знайка, а
наладил? Чего Знайка один, Знайка один? Главный компьютер общего управления Знайка один готов к работе с вами. Говорите. Компьютер. Говорите. А чего говорить? Что за шуточки? Брим-брам-фи-фа-фо. Говорите. А чего тут скажешь? Летим на Луну. Ура. Вы рады? Я очень. А, это да, вообще-то... А что? Да, конечно, рад. Хотел и полетел. И я рад чрезвычайно и исключительно. Позвольте по этому случаю исполнить музыкальный номер. Траве сидел кузнечик, траве сидел кузнечик, траве сидел кузнечик. Ну, давай рассказывай. Чего нажимать, куда вертеть? Это еще зачем? Если Знайки нет, значит, я тут главный. Буду рулить. Внимание, внимание! Говорит главный компьютер общего управления. Хорошо было слышно? Я тут главный. Подумаешь, в траве сидел компьютер. Кузнечик! Компьютер! В траве сидел кузнечик. В траве сидел компьютер. Зелененький он был. И все он перепутал, и все перезабыл. Блин-бран-фи-фа-фо! Космонавт, сказавший такую бессмысленную чепуху, не может управлять космическим кораблем. Ни за что! Да тут вся невесомость моя! Захочу, я заберу лунный камень! Ну и забирай, а я отключу управление. Внимание! Начинаем падение на Луну! Ой, это что? Это куда? Тише ты! По-моему, это просто Луна. Как просто Луна? Луна ведь маленькая. Ай-ай-ай! Сейчас Луна на нас упадет! Итак, это не Луна на нас упадет, а мы на нее. Мы? Ну да, сейчас как треснемся об Луну. Привет, ромашки. Треснемся? А я совсем не хочу трескаться. Хочешь, не хочешь, а ракета отключилась. Как отключилась? Как включилась, так отключилась. А как она включилась? Как? Кто-то запустил ракету. Это не я. Не ты? Ночью раздумал лететь. Попал в какую-то маленькую кабиночку. Эх, надо было мне одному лететь. Думаете, если я машина, я ничего не чувствую? А я вот чувствую. Мне обидно. Могу и перегореть. А чего я такого сделал? Ты должен извиниться. Кто я? Эх, терпеть не могу всякие там извинения. Ну, извини, пожалуйста. Скажи 100 раз, тогда включусь. 100? Ага. Точно включишься? Честное компьютерное слово. 100 раз. Ну, включайся. Как это? Ты сказал, что включишься, если я скажу 100 раз. Я и сказал. Это что, хитрость? Нет, это космическая смекалка. Внимание! Согласно программе прилунения, включаю систему мягкой посадки. Поздравляю вас, уважаемый коллега Пончик. Мы первые коротышки на Луне. На Луне? Начнем исследование под моим руководством. Ой, какая она хорошая, наша Земля. А теперь смело... Вперед! Ура!
Если здесь есть растения, значит, есть и воздух. А если есть воздух, то есть и лунатики. Ой, не могу. Ну, Мора, ну зачем же воздух в баночке собирать? Ой, какой забавный. Ну, надо же. А ты зачем здесь висишь? А вот хочу и висю. Тебе-то что? Да ты знаешь, кто я? Ты? Вот закончу с пробами воздуха. Это очень срочно. И займусь тобой. Ты? Ты будешь моя журналистская находка. Кто я? Твоя находка? Да я... Ну, я за себя не отвечаю. Эй! Эй! Меня зовут Звездочка. Подумаешь, Звездочка. Какой странный. Вот такая шляпа. Ну, надо же. Вот это по мне! Ах ты, разбойник! Да как ты посмел сорвать любимую грушу господина Клопса? Вот я тебе! Вот, Послушайте, что это такое? Зачем метлой? Ты чего дерешься? Смотри! Она сейчас опять вырастет. Господин Клопс! Он осмелился! Осмелился! Грушу! Мою личную грушу! Здравствуйте! Вас приветствует посланник Земли! Сейчас ты у меня попляшешь! Подай его! Он съел мою грушу! Тяни меня! Его! Ты что же смотришь, Розия? Этот мерзавец сломал мою любимую грушу! Моя личная груша! Это тебе даром не пройдет! Я тебе еще покажу! Ты у меня попляшешь! Больно. Может и больно. Так ведь он сантики получает. Сантики. А, это, наверное, у них так называются синяки. Что-нибудь еще, дорогой друг? Эх, донеси все, что есть. Вот перекушу, и надо искать пончика. Вот ведь две такие разные планеты, ваша и наша. А покушать и там приятно. Благодарю вас. Пойду искать друга. Вы забыли, дорогой друг, о деньгах. О чем? О деньгах, дорогой друг, о деньгах. О каких, дорогой друг, деньгах? Я, как бы сказать, впервые слышу такое слово. Впервые слышишь? А про полицию ты тоже слышишь впервые, а? Ну так услышишь. О, еще одного в каталажку сунули. А мне кажется, что не сунули, а забросили. А сантики у тебя есть? По-моему, у меня повсюду эти сантики. Да ты в карманах поищи, дурачина. А ты не называй меня дурачина, а то как дам. Дай вот. Ну, как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал? А что такое эти
эти сантики. Вот дает. Прямо как с неба свалился. Вот они, сантики. А уж феркинги это... Тебя как зовут? Незнайка. Да как же вы можете, братцы, есть такую гадость? А ты что, знаешь, где взять получше? Конечно. На планете, откуда я прилетел, в цветочном городе растут вот такие яблоки. Арбузы! Величиной с двухэтажный дом. Тёню! Да, мы на всякий случай вам привезли семена, чтобы у вас такие же выросли. Да врет он все! Вот как дам, чтобы не врал! Давай сюда шляпу! Не-не-не, шляпа моя будет! Это моя шляпа! Вот и молодцы, дурачина! Что? Значит, ты утверждаешь, что ты Незнайка. Да. И еще, что я прилетел с планеты Земля. Все так говорят, милейший. То есть, мирненько, пяточки вместе, руки по швам. А я ведь знаю, как тебя зовут. Это потому, что я вам сказал. Не надо. Совсем не поэтому. Преступники обожают менять свои имена. Вот ты, например, сегодня, к примеру, сказать ты Незнайка. Завтра Всезнайка, послезавтра еще какая-нибудь чертяйка. Ты имеешь дело с инспектором Миглем. Фиглем? Не Фиглем, а Миглем. При этом имени преступники начинают мелко дрожать. Иди-ка сюда. Так, так, так. Носик. Вот он. Уши. Глазки, глазки. Да послушайте меня. Я космический путешественник. Ты бандит-мухомор. Кто я? Знаменитый бандит и налетчик. Грабил 33 банка, 147 магазинов и 321 раз, нет, 322 раза поужинал, не заплатив ни сантика. Я прилетел к вам, я летел, чтобы... Летел, летел и залетел. Не правда ли остроумная шутка? Вы имеете дело с полицией Луны, господа, а это вам... Не шуточки. Держи свою шляпу. Ты ее береги, а то живо на дурацкий остров попадешь. Куда попаду? Потом расскажу. Скажи, пожалуйста, где эти твои семена? У нас одна такая большая груша, говорят, растет в саду у Клопса. Ага, я ее съел. Ты вон какой отчаянный. Мое имя Микс. Но ты можешь звать меня просто Мига. Они там, эти семена. В ракете, на которой я прилетел. Об этом пока не говори никому ни слова. Шевели. Тебе все равно не поверят, и ты только дело испортишь. За все надо браться с умом. Я тебе дам письмо к одному надежному коротышке. Как только освободишься, пойдешь прямо к нему. Он тебя приютит. Ты за что попался?
Сначала я не отдал это фантики за ужин, а потом вдруг обнаружил, что я этот мухомор. Мухомор! Поместил в газете, которая печатается на мои деньги, и которую вы, Гризель, редактируете, эту мерзкую заметочку о том, что мои химические заводы якобы отравляют воздух над нашим любимым лунным городом. Кто? Да, это страшный недосмотр. Я убит. Поверьте, господин Спруц, неопытная журналистка. О, страшная ошибка. И вы хотите оставаться редактором моей газеты? Господин Спруц, умоляю. Вон из газеты. И никогда больше не приближайся к редакции. Я только хотела, чтобы воздух стал лучше. Оставь на месте. Это будет штраф за твое безрассудство. Но это все, что у меня есть. Считай, что у тебя ничего и не было. Официальное опровержение сообщения «Лунной газеты» о том, что заводы господина Спруца якобы не совсем положительно влияют на состояние атмосферы. Это безусловная ложь. Мы поздравляем господина Спруца и выражаем ему глубокое уважение. Хорошо, Гризель, я подумаю над вашим желанием остаться редактором моей газеты. А теперь сенсационный прямой репортаж. Включаем камеры из камеры. Извините, из камеры центральной тюрьмы. И здесь происходит опознание знаменитого бандита и налетчика по кличке Мухомор. Сейчас другой, не менее известный вор и мошенник по кличке Красавчик должен будет опознать своего шефа. Итак, очная ставка. Звездочка! А почему ты плачешь? Я смешной. Вообще. Да ты знаешь, откуда я? Вспомнила. Ты пугало из сада господина Клопса. Что? Я пугало? Да я был в скафандре. В скафандре? Ну надо же. Да я космический путешественник. С Пончиком мы прилетели к вам, чтобы подарить семена. А вы... С Пончиком? Не веришь? Ну и не надо. Пока. Привет Пончику. До свидания. Пончик! 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 Пончик, да это же я, Незнайка.
докладывать. Вот сообщу, куда надо, и вас посадят, куда следует. Вон отсюда, а? Денег у нее нет, а бездельница. И чтобы духу твоего здесь не было. Би-би-би-би-би-би-би. Она тебя выгнала? Я сама ушла. Ну, передал привет Пончику? Да, то есть нет. Летел с другой планеты сюда? Конечно. Да я могу полететь куда хочешь. Хоть на солнце. Ой, какой забавный. Здорово ты все придумал. Да это не я. Не ты. Да, то есть нет. Ну, есть у меня помощники. Винтик, Шпунтик и этот Знайка. Мастера на все руки, только голова слабо работает. Ну, все им надо объяснять да показывать. Так вот они мне и говорят. А придумай, братец, такую ракету, чтобы полететь на Луну. Тебя как зовут? Незнайка. Вот что Незнайка. Ты мне поможешь. А что я должен делать? Ничего. Как ничего? Так, ничего не делай и жди меня здесь. Я скоро вернусь. Чудесный остров вас зовет, другого такого на свете нет. Прожить-то можно без забот, хоть 10, хоть 20, хоть 100 лет. Хочешь там гуляй, хочешь там играй, хочешь от души пой, там и пиши. Сам или с тобой, весели зимой, ешь себе и пей, на бокал лучше пей! Там все бесплатно, все за так, там все, что захочешь, ты обретешь. Там умным станет и дурак, там правдою кажется даже ложь. Хочешь там гуляй, хочешь там играй, хочешь от души пой, там и пиши. Сам или с толпой, веселись и пой, ешь себе и пей, да бак лучше пей! Будет за нас там и тут, но денег своих не потратим зря. Мы на ковришке, что пекут на фабриках этого короля. Значит, ты утверждаешь, что химические заводы всеуважаемого и достопочтимого господина Спруца не приносят
пользы. Сейчас же развяжите меня! Иначе я не буду отвечать на ваши вопросы! Развяжите ее! Олухи, что вы стоите? Схватить мерзавку немедленно! Неправду, Незнайка. Понимаешь, Незнайка, я только хотела, чтобы все поняли. Нельзя дышать плохим воздухом. Ясное дело. А ведь это завод из Пруца отравляет воздух над нашим городом. Ага. Я когда прилетел, сразу расчихался. А теперь вроде претерпелся. Ах, вот так и все претерпелись. Ах, закрывать эти заводы и все. Завод из Пруца? Он очень-очень богатый. Я уверена, что это он приказал выгнать меня из газеты. Их, что же это у вас за жизнь такая? Мига передал его одному надежному коротышке. Звездочка, мы вместе с ним найдем пончика. Добудем семена из ракеты. А? Раздадим их лунатикам, и тогда вредный спрут лопнет от зависти. Дорогому другу Жулио, магазин разнокалиберных товаров. Змеиный переулок, дом 13. Вот это да! Пожалуйте, господа. Чем могу служить? Скорострельную винтовочку? Карабинчик с разрывными пулями, а? Пулеметик не желаете? Супер-класс! Да мы вовсе не хотим ни в кого стрелять! Ага, понимаю. Понимаю. Тогда могу предложить замечательные кастеты. А? Дубинки или же... Вот, сверхоригинальная удавка из капронового волокна. Пальчики оближете. О, чувствуете? Одно движение, и вы уже задохнулись, не так ли? Чувствуете? Прекратите сейчас же! Вам письмо принесли, а вы набрасываетесь! Письмо? Какое письмо? Мига. Мой дорогой друг, ждите меня здесь и никому не открывайте. Что-нибудь спешное и, насколько я могу догадаться, важное, господин Крабс? Вы догадливы, как всегда.
Догадаться, впрочем, нетрудно, так как мелкие распоряжения господин Спруц отдает по телефону. В этот раз, Гризли, дело такое, которое ни телефону, ни почте доверить нельзя. Дело касается вашей журналистки. Звездочки! А я ее уже уволил. А теперь она связалась с неким дездайкой. И вместе они решили строить козни господину Спруцу. Господину Спруцу! Ай-яй-яй-яй! Какой ужас! Или ты вылетишь отсюда с треском, или вот с этим билетом на пароход звездочка навсегда отправится на остров развлечений. Навсегда! Понял? По этому адресу ты ее сможешь найти. И не вздумай тянуть. Считайте, господин Крабс, что она уже там, на острове дураков. Что? То есть, простите, на острове развлечений. Желаю удачи. Честнейший. Благороднейший коротышка. Такой честный, какого еще свет не видывал. Вы уже успели немного познакомиться с Незнайкой? Да, конечно. Но вы, вероятно, еще не все знаете о нем. Незнайка прилетел к нам с другой планеты и привез семена гигантских растений. Ну что ж, пусть отдаст эти семена нам, а уж мы сумеем на этом хорошенько нажиться. Да, все неудобство в том, что семена остались на поверхности Луны, в ракете. И чтобы их достать, нужны и деньги. Вот с деньгами будет труднее. И потом, нужно будет делиться с этим Незнайкой. Этого простофилю ничего не стоит обвести вокруг пальца. У меня уже созрел план. Проклятие! Опять пробка! Вот видишь, Незнайка, это наш лунный город. А здесь большой-большой лунный лес. Никто не знает всех его тайн. А это остров. Остров развлечений? Его называют и по-другому. Остров дураков. Оттуда еще никто и никогда не возвращался. Никогда не возвращался? Интересно, а что сейчас делает Знайка? И вообще все? Послушай, звездочка, как же вы здесь живете без солнца? Малютку луну в старину веселое солнце кормило из рук. И было тепло, и светло, и пение птиц разливалось вокруг. Нынче грустно, холодно, плывет во вселенной малютка луна. Thank you.
не могу поверить своим глазам. Какое счастье, что я тебя все-таки нашел. Срочная командировка. Наша газета посылает тебя на остров развлечений. А я у вас больше не работаю. И я вам не верю. Дорогая звездочка, умоляю, они растопчут меня, если ты не уедешь. Чего это он к тебе привязался? Они хотят заманить меня в ловушку. Его подослал господин Спрус. Ну и нечего валять дурака. Ты у меня поплёшь, куда надо. Приятель, вы неправильно заряжаете ленту. Я бы сказал, вверх ногами, приятель. Итак, дорогие друзья, мы с Мигой все обсудили. Мы учредим акционерное общество. Выпустим акции. Это такие бумажки. Их можно продавать за деньги и потом обменивать на семена. А нельзя раздать семена бесплатно? Ведь это подарок от земных коротышек. Правда, Незнайка? Конечно. Конечно, подарок. Да еще какой. Нам придется строить летательный аппарат, чтобы достать этот подарок. Не так ли? Так. Вот поэтому, дорогие друзья, мы начнем с того, что поднимем шум вокруг этого дела. Радио, телевидение, газеты. К нам прилетел коротышка с другой планеты. Да, я прилетел. И начнем продажу акций. А на вырученные деньги построим летательный аппарат? И найдем Пончика. Вот именно. Если... Если лунатики поверят, что это семена гигантских растений с другой планеты. Придумала! Незнайка, надо всем показать твой скафандр. А вы знаете, где он? Не с места! Вы арестованы! Чувствуете? Вы арестованы! Не нравится мне все это! Птичка попалась в клетку. Пляшете! Это что же творится такое? Мы наставили всюду капканов! Освободите меня, злодеи! А не то я не знаю, что будет! Обыскать и никаких разговоров! Глядите-ка, у него билет на остров дураков, а он тут дурака валяет. Это не мой билет. Я Гвизель, редактор лунной газеты. Все
Все так говорят, милейший. Абсолютно все. Канон Лун-ТВ. Как вы себя чувствуете после полета? Как вам наш лунный город? Это я, а это господин Жулио. Магазин разнокалиберных товаров для оптовых покупателей скидка. Это мы первыми увидели инопланетного космонавта. Журнал домашнего производства. Какие породы крокодилов? Привет тебе, космический бродяга. Братья, я прилетел. Это бьется космическое. Внимание, внимание! Говорит доктор Шприц. Прием больных ежедневно. Холерная улица, 15. Прием больных в ночные часы за двойную плату. Только на канале Лун-ТВ. Разум в скафандре. Братцы, я прилетел. За стеклом, сквозь которое существо прекрасно видит. Прекрасно видит первоклассные номера первоклассной гостиницы первоклассного меня, господина Хапса. Я прилетел, братцы! Уважаемые дамы и господа, вот главная сенсация, незнайкинская акция. Семена гигантских натуральных земных растений. Их подарили. Вот они, господа. Подставляй карман для волшебных семян. Денежки вперед, господа. Ну, послушайте меня. Но сначала купите акцию. Разносите скорее сенсацию. Общество гигантских растений только у нас. Да пусть он сам. Дайте сказать, господа. Я хочу подарить. Хочет подавиться одним из вас. Ужасный перелет через космическое пространство. Сделал его суровым и свирепым. Эй! Ой! Да, немного же нам удалось на этом подзаработать. Значит, никто не поверил нам с этими семенами. А вот если пончик съел семена? Как съел? Да если в ракете космический запас закончился, он все, что хочешь, может съесть. Даже ракету. Смотрите! Смотрите! Стойте! А почему вы не заходите? Говорят, господин Незнайка питается коротышками, и поэтому его держат в специальном скафандре. Смотрите! Он такой же коротышка, как и мы. Прибыл к вам я земли, чтоб здесь гигантские всюду цветы расцвели. Проделал он путь опасный, чтоб стала луна прекрасной. Он же для земли чужой, но все так на нас похож. Садом станет луна, когда земные доставим сюда семена. Он хочет помочь нам, люди. Но сомнения прочь. Здесь сад непременно будет. Я могу помочь. И верю я превратиться скоро в рай. Наш суровый край. Буду я здесь знаменит. Зачем ты поешь об этом? Лава моя зазвенит. Забота о том, в каких же тонах, о семенах. Ведь мы должны с тобой дуэтом. Ты ведь такой же, как все. Гаун такой же, как все. Такой же, как все. Гаун такой же, как все. Нет, нет, такой же, как все. Гаун такой же, как все. Такой же, как все. Нет, нет, такой же, как все. Такой же, как каждый из нас на планете. Как все мы в едином букете. Как истинный житель мой. Послушайте, Крабс, что это еще за новое общество? Какие-то гигантские растения? Вы здесь не одни. А, он все равно ничего не слышит. Приплелся ко мне пообедать, скупердяй. А? Что? Ну да, да, конечно, вы совершенно правы. Это мошенники, господин Спруц. Никакой ракеты и никаких семян. Сплошное надувательство.
А если не так? И поэтому надо скупить весь табак, а потом продать его по двойной цене. Да если и есть, они хорошо доживутся и станут богатыми и уважаемыми коротышками. Не, я не о том. Пусть обогащаются за чужой счет, сколько влезет. Но что будет, если у нас тут на самом деле появятся эти гигантские растения? И тогда за папиросы надо будет платить уже не сантики, а терцинги. Да-да-да. И тогда ни один идиот не станет покупать наши синтетические фрукты и овощи, пластиковые конфеты, поролоновые пряники и даже хлорвиниловая пастила. Все полетит на помойку. Есть идея. Надо скупить акции, а потом сжечь. Чушь! Как только мы начнем скупать акции, они станут расти в цене. Это может зайти далеко. Эти торговцы акциями должны исчезнуть. Гидеально! А если вдруг они не захотят исчезать? Они не могут не захотеть. Господа, прошу слушать меня внимательно, потому что для глухих я повторять три раза не буду. Прошу не мерять. Так вот, о чем это я? Забыл. Никто не знает, о чем я хотел сказать. Столько слов вокруг, а никто не знает, о чем я хотел сказать. Забрать. Слушаюсь, господин Спруц. Разделаемся своими средствами, господин Спруц. Преступники обожают менять свою внешность. Вот ты, например, сегодня космический пришелец, а завтра космический ушелец. Не правда ли остроумная шутка? А я ведь знаю, кто ты. Здесь миллион. Еще столько же получите потом. Понимаете, дело в том, но у нас еще два компаньона. Три. Нельзя обижать друзей. Дружба это, конечно. Однако у нас разговор тоже дружеский, да? Выцарапать у Спруца еще 3 миллиона, это, знаете, адский труд. Если бы оставим кое-что мне за труды. 100, 150. Ну, 200. Договорились? 500 000 000, так 500 000 000. Хватит! И чтобы про эти проклятые семена больше никто не слышал. Никто! Ты, бандит-незнайка, будем молчать? А? Незнайка? Все так говорят, милейший, но на этот раз каталажкой ты не отделаешься. Так, незнайка, вот именно, он мне и нужен. Ты? Ты? Значит, ты? Угадал. Могу я видеть господина Незнайку? Что? Ничего не вижу. Здорово ты придумала с этим скафандром. От этого инспектора Мигля нужно держаться подальше. Смотри, Незнайка, сейф открыт. Дорогие друзья, мы вынуждены спасаться бегством. Когда-нибудь мы встретимся и обязательно построим ракету. Ваши доброжелатели, Мига. Что же делать? Надо их догнать? Пусть отдадут деньги. Это что же за дорогие такие друзья?
честно. Нет, я за себя не отвечаю. А теперь меня по телевизору не будут показывать. Жуешь? Завтракаю. Но ведь ты уже завтракал. То была тренировка, разминочный завтрак, тюбики. А теперь пошли зернышки. Зернышки? Внимание, внимание, информация. Годовой запас продовольствия съеден космонавтом Пончиком за 7 дней, 11 часов 38 минут и 6 секунд. Брим-брам-фи-фа-фо. Сам ты брум-брим-фу-фу-фу. Режим питания нарушать нельзя. Режим обжорства. Режим питания. Космонавт должен действовать. Незнайка, твой товарищ в экстремальной ситуации. Наоборот, Незнайка... Невкусная. Незнайка не возвращается в ракету. Почему? Почему? Потому что нашел продукты питания. А у меня... Так что это я в кекс трекс-тремальник. Даже разговаривать с тобой не желаю. Компьютер Знайка 1 отключается. Космонавт должен действовать. Космонавт должен действовать. Фу, ну просто совершенно не сладкие, даже очень соленые. Да это же соль. А если здесь есть соль, то найдется. И что посолить? Хорошо. Гляди-ка, пятую тарелку каши заказывает. Ну и что? А то он посыпает кашу каким-то белым порошком. Скажи-ка, братец, что это за порошок? Должно быть, новое лекарство какое-нибудь. А? Никакое не лекарство, а просто соль. Фу, мы лунатики, соль не знают. Чего он говорит? Какая-то соль. Эй, что такое соль? Да это же нота. До-ре-ми-фа-соль, соль. Нота? Ты чего нам голову морочишь? Братцы, да вы попробуйте. Это очень вкусно. Слушай, братец, дай мне щепоточку этой соли. Ишь, какой хитренький. А ты мне что? На тебе сантик. Не продам. Даю три сантика. Даю пять. Куда везёшь? Я бы дружил в любой стране, если его там мог бы найти. Даже здесь, даже на Луне, я проживу, хоть могу
Если смогу я режим свой соблюсти, привычный соблюсти. Вынужден, господа, собрать наш большой бредлам, чтобы принять важное решение. Мы все занимаемся производством синтетических продуктов. Замечательные искусственные овощи, конфеты и пряники. Наконец, великолепный искусственный табак господина Скуперфильда. Что? Вы что-то сказали? Я что-то плохо расслышал! Все это скоро никому не будет нужно. Не может быть. Мы будем разорены? Какие проблемы? Что? Как я понимаю, господин Спрутс, дело касается натуральных растений. Об этом писали в газетах. Вы, как всегда, чертовски догадливы, господин Тупс. Именно натуральных. А кто докажет, что они существуют? Их нет и все. Какие проблемы? Перед вами, господа. Скафандр космического пришельца. Господа, это полная ерунда. Никакой это не скафандр. Я лично проверил. Все это пустой звук. А что же это, по-вашему, господин Скуперфильд? Что? Панцирь от черепахи, вот что. А что вы на это скажете? Найден сегодня утром на берегу Лунного моря. А? Что? На берегу Лунного моря? Так-так-так-так-так. Не многовато ли черепах, господа? Это космонавты. Пришельцы. Инопланетяне. Они проникли к нам. И они хотят, чтобы натуральные растения появились у нас на Луне. Нет, ни за что. Да разделаться с ними. Какие проблемы? Для этого необходимо 3 миллиарда. 3 миллиарда чего? Ну, не 3 миллиарда старых галош, конечно. 3 миллиарда фертингов. Именно такую сумму запросили ученые-астрономы, чтобы построить летательный аппарат, подняться на поверхность Луны и уничтожить эту проклятую ракету с этими проклятыми семенами. 3 миллиарда должны дать мы им? Совершенно верно, господин Скрягинс. Но ведь это страшно невыгодно. Если бы 3 миллиарда дали они нам, это было бы выгодно. А мы им не выгодно. Господа! Господа! Попрошу не перебивать! Кто сказал, что 3 миллиарда надо платить, а? Ученые-астрономы! Кто они, ваши ученые? Жулики, эти ваши ученые-астрономы. Что, я ученых не знаю, а? Что, не знаю? Я все знаю! Отлично! Все жулики! Я им по морде дам! Палки, да. Всех остальных прошу заплатить деньги. А вы, господин Крабс, разберитесь с этим Скуперфильдом. Верните наши деньги, ворюги! Гигантские растения обещали руны! Деньги у них живогами! Отсидимся на острове, шум поутихнет, и тогда вернемся. Однако я слышал, что оттуда еще никто не возвращался. Пустяки! С денежками! Можно вернуться даже с другой планеты!
за себя не отвечаю. На берегу лунного моря. Господин Крабсик, какое счастье встретить знакомое лицо в этом захолустье. Столько ослов вокруг, провались они тут же на месте. Кстати, у меня к вам одно дельце, заманчивое. Вот как? И в чем же заключается ваше дельце? Вам должно быть известно, что большой бредлам намерен уничтожить семена гигантских растений. Да, вот. Но ведь никто не знает, где находится эта ракета. Никто, кроме этих ослов-пришельцев. Объединившись вместе, мы можем... Это еще зачем? Ну как же вы не понимаете, осел вы этакий. Там же семена табака, а? Догадались? Папиросы из натурального табака. Гигантские прибыли. Вы меня понимаете? Охотно помогу вам, господин Скуперфильд. Пошли. Я же собирался найти Незнайку. А завтра? Нет, послезавтра. Ну, в общем, очень скоро. Я непременно отправлюсь на поиски. Не знаю. А где же мы ночевать будем? Всего-то 20 сантиков. Не хватит даже на самую дешевую ночлежку. А если переночевать под мостом? Что ты? Там же ночуют бездомные коротышки. Полицейские их ловят и сразу отправляют на остров дураков. Ну я-то не дурак. У вашего костра. Здрасте. Конечно. Меня зовут Козлик. А меня Звездочка. А это Незнайка. Эх, никогда не думала, что окажусь под мостом. На самом деле, жить можно и здесь, если дружно. Тут главное, чтобы огонь не погас. Ну и погаснет, подумаешь, великое дело. О, опасно. Можно так простудиться. Никакие лекарства не помогут. Завели дурацкую беседу, поспать не дадут. Тс-с-с. Смотрю, намаялись за день. Ты сам спи. А я у костра посижу. О, ты не заснешь? Кто я? Да я вообще не сплю. Зачем это вы свернули с дороги? А это бы да прибег. Так будет быстрее. С
заело? Да, заело. Должно быть, двигатель перегрелся. Придется нам с вами пройтись пешочком, да? Впрочем, здесь недалеко. Простите. Вот мы и на месте. Сейчас я подниму вас на дерево. Ты что? Зачем? Как зачем? Сверху вам будет удобнее наблюдать за пришельцами. Эй, бросьте шутить! Я не вижу никаких пришельцев. Это потому, что темно. На рассвете они обязательно появятся, да-да-да. С семенами? С семенами, с семенами. Гигантские прибыли. Проснись, братец! Что же ты наделал? Подумаешь, вздремнул 5 минут. Холод крокодильский! Прун! Я вообще не сплю! Ничего тебе доверить нельзя! Кто у костра дежурил? Ты безобразие! Поспать не дадут! Жарко! Здесь слишком жарко! Звездочка! Ты чего? Бредит! Че же еще? Ты простудилась, теперь ей каюк! Глухо дело. Надо врача немедленно. Да, это точно. Если сегодня не будет врача, завтра поминай, как звали. Чего о докторе-то толковать? Денег-то нету. Я найду. Я это, как его, заработаю. Да ты уже заработал, работничек. А вот увидите. Я спасу звездочку. Ну вот, пришли. Открывай чемодан. Пришельцы, пришли, голубчики, с семенами в чемоданчике. Ну как же этих слов надуть? Эй, братцы, по разуму! Развяжите меня! Здесь я! Ку-ку! Чири-чири! Развязывайте скорее, я денег дам! Давайте! Вот ослы так ослы! Я же должен выписать чек! А где же деньги? Отсюда семена! Простой вопрос, бросай, не злись, разбасишь нос, получишь приз. Ну-ка, братцы, кто хочет заработать пару-тройку фертингов? Плачу целых 3 монеты тому, кто продержится до закрытия. Сам подставляй свою толстую рожу! Послушайте, а давайте я попробую? Попробуй, попробуй! Только не пищи, когда получишь полбу! Ничего! У меня голова крепкая. Решен вопрос, бросай, не злись, расквасишь нос, получишь приз. Эй, смотри, сейчас вылетит птичка. Ну, я за себя не отвечаю. Ой, ой, больно, больно! За что мы деньги платили? Ой-ой-ой! Вам работник нужен? А что ты умеешь? Да все. Все? Могу быть музыкантом, механиком, ученым великим, космонавтом самым первым. Вы считайте, считайте. В телескоп могу смотреть.
Ой. И еще рисую картины и стихи. Стихи тоже рисуешь? Могу за раз обслужить 42 117 081 с половиной коротышку. Так, дорогой друг, а предсказывать будущее умеешь? Не пробовал. А я вот подскажу тебе будущее. Сейчас ты как отсюда и никогда сюда не вернешься, понял? Ничего у меня не получается. Стараешься, стараешься, выходит все наоборот. Ракету украл, пончика бросил. Теперь вот звездочка из-за меня. И никто не берет на работу. А может, я не такой хороший, а? Так, 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 так. Я слышала, вы ищете работу. Мне нужна няня для моих очаровательных крошек. Няня! Не спорьте! Не спорьте со мной! Скажите, голубчик, вы любите крокодилов? Ой, да я души в них не чаю! В таком случае я беру вас. Ральд, Мими, ко мне. Будете жить здесь, трехразовое питание вместе с моими малютками. Но звездочка, она заболела там, под мостом. Меня ждет козлик, я обещал. Не спорьте, не спорьте, не спорьте! Отныне вы будете жить в богатом доме, и вам не пристало водить компанию с какими-то бездомными козлами, козликами, звездочками. Фи! А теперь ступайте в парк. Крокодильчикам необходима прогулка. Внимание, внимание! Всемирный Незнайка! То есть я! Только один раз! Смертельный номер! Песенка про кузнечика. Зелененький он был, он ел одну лишь травку, не трогал ты козяку, и с мухами дружил, и с мухами дружил. Ну вот пришла лягушка, прожорливая брюшка, и съела кузнеца. И съела кузнеца! Не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот коца, такого вот коца. Ну вот, голубушка, мы уже и поправились. Денька через два пожалуйте на повторный прием. Доктор Шприц, холерная 15. Братцы! Караул! Фараончики! Ральдик, Мимочка! Ах ты, бедная моя лапочка! Не спорьте! Не спорьте со мной!
Ванька, его дерзкая сообщница. Ваша песенка спета. Чемодан! Вы забыли свой чемодан! Он им больше не понадобится. Там, на острове, у них будет все для полного счастья. Ракета. Да они ее даже с места не сдвинули бы. Скажи, молчун. Значит так. Включив прибор невесомости, можно легко переместить летательный аппарат. А чего это летательный? Какой ты неопытный, растеряечка. Летательный аппарат, это так по-научному называется ракета. Что ж, пришла пора прощаться. Внимание, старт! Ой. Экспромт. А чего это? Экспромт? Ну, какой ты забывчивый, растеряечка. Экспромт – это когда поэт долго не думал, а сразу ляп. Воздушный шар, надутый паром, поднялся в воздух он недаром, похож на жаркую комету. Незнайка, друг. Незнайки нету. Ракета! Ракета! Немедленно! Немедленно! Ой, Знайкина ракета? Невероятно! Надо же! Ну, пошли же, пошли! Надо же! Знайкина ракета? Ну, невероятно! Значит так, ракета нигде не виднеется. Кыш! Кыш! Брысь отсюда! Ну что? Ну что? Ничего. А Незнайку где-нибудь не было видно? Незнайку. Да я его и видеть не желаю. Зачем же он так говорит? Разве ракета важнее, чем Незнайка? Ну что ты все Незнайка, Незнайка? А мне, например, Пончика жалко. Значит так, ни в воздухе, ни на земле, ни под землей. Ни под водой! Ракеты нет. Нашел! Правильно! Потому что ракета на Луне. Собственными глазами сейчас видел. Ну, через телескоп, конечно. А-а-а!
дело ясное. Два этих бездельника залезли в ракету и самовольно отправились в полет. Значит, мы теперь их не увидим никогда, никогда. Минуточку, минуточку. Луна, как известно, безжизненное небесное тело. Незнайка и Пончик просто погибнут на необитаемой планете. Секундочку! Во-первых, Луна обитаема. Да ерунда это, ерунда. А во-вторых, у вас нет такого двигателя, который смог бы поднять ракету с Земли и довести ее до Луны. Двигатель будет использован наш родной, коротышкинский сиропчик. Дай мне, пожалуйста, бутылку газированной воды сиропа. Сейчас. Так, полетим, и мы... Залить горючее! Не разберу. Говорит, устраивай трюк. Затраивай трюк! Так бы и сказал. Теперь ни одна космическая частица не проникнет и не выникнет. А чай нету. Встречай комету. Чего он говорит-то? Качай ракету, вот что. Газированный полет на Луну нас приведет. Это детище Эхма Коротышкина ума. Если бы я не построил ракету, никакой беды не случилось бы. Но ведь я хотел доказать, что на Луне есть жизнь. Ее не может не быть. Ядро внутри Луны. И на этой внутренней Луне живут коротышки. Ура! Стоп! Незнайка и Пончик попали в чужой мир, а я тут радуюсь. Неужели я такой стал? Сколько добра погибло. Там Стекляшкин погибает.
Да жив я, к сожалению. Теперь знай-ка. Эх. Братцы! Братцы! Говори, чего уж. Ты был прав. Я глупец. Я настоящий взбесившийся дождевой червяк. Братцы, простите меня. Я больше не буду. Вот. Что это? Ядро. Лунатики живут на ядре внутри Луны. И Незнайка внутри Луны? На Луне есть жизнь. Во всяком случае, была, пока туда не попал Незнайка. Ваша идея, уважаемый коллега, использовать реактивную силу вырывающихся газов абсолютно верна. Ну, что я? Мы, сиропчик, все придумали. Но следует использовать не газированную воду с сиропом, а настоящее ракетное топливо. Могу сказать только одно. Знай-ка, ты гений. Неужели правда? Неужели я его увижу? При всей невероятности предложенной вам формулы можно утверждать, что реактивные двигатели... Довод против этой вашей, мягко выражаясь, гипотезы. Там темно. Где? Внутри этой вашей луны. Попробуйте-ка пожить в темноте, а я на вас посмотрю. Слушай мою команду. Всем закрыть глаза и немедленно уснуть. Таков режим. Это медицинский факт. Подумаешь, факт, небось, покомандовать захотелось. Авось думает, по руковожу. Слушать меня! Или буду ставить горчишники и давать касторку для успокоения. Внимание, внимание! Говорит Знайка 2. Даю справку. Горчишники и касторка не успокаивают. Ах ты, железка говорящая! Сейчас я тебе пропишу лекарства! Ой... Смотрите, ракета! Ура! 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 Наш гравитонный телескоп улавливает так называемые гравитоны, которые исходят от любого космического тела. Мне все абсолютно понятно. Господин Тупс, прошу не перебивать, я записываю. Луна может гордиться нами. Да, господа, нам удалось... открыть, словом, Земли на Луну. Стартовала еще одна ракета. Господа, только что сообщили 3 миллиарда, которые вы, то есть мы,
Они похищены. Что? Все три? Это совершенно не выгодно. Кура смотрит, полиция, надо брать такую полицию за горло. Нападение было крайне дерзким. Злоумышленники, надеюсь, не задержаны? То есть, задержаны? Конечно, господин Спруц. Конечно, что? Конечно, нет. Какое безобразие. Полиция сделала все, что смогла. Однако... Вы прошляпили. Вас разжалует, инспектор. О, господин Спруц! Дело можно уладить за небольшую услугу. Эти ученые ослы! Я им велел уничтожить ракету. Так они мне открыли еще одну. Пришельцы скоро будут здесь. Вот здесь! 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 Не извольте беспокоиться, господин Спруц. Встретим с огоньком. Но запомните, Мигль, разделаться, но без лишнего шума. Хоть бы они... Опять? Мы же договаривались. Космонавтка должна скрывать свои эмоции. Я их скрываю. Привет! Как вы себя чувствуете? Спасибо. Функционирую нормально. А как вы? Блестяще! Вопрос. Где Незнайка и Пончик? Информация. Космонавты Незнайка и Пончик скрылись в неизвестном направлении. Ну вот. Ступеньки какие-то. Скорее всего, Незнайка и Пончик пошли по этим ступеням. И провалились в подлунный мир. Полная ерунда. Полнейшая. Никакого подлунного мира нет. Нам незачем ссориться, уважаемый коллега. Слушай мою команду. Я отправляюсь внутрь Луны. Со мной полетят Винтик и Шпунтик. А вас, профессор, я попрошу на время моего отсутствия стать капитаном. Я уверен, а что... А я уверен, что вам просто необходим знающий медик и опытный врач. И фонарь, не забудь! Ну вот, опять девочек не берут. А вдруг это очень опасно? Слушай мою команду! Во избежание паники среди населения приказываю вверх не смотреть. На появление пришельцев не намекать. Всем смотреть вниз. В специальное приспособление, именуемое среди мирного населения зеркальце. Ясно? Нет? Так точно! Ясно? Нет! Показываю для бестолковых. Берете зеркальце и идете до тех пор, пока в нем не отражается ракета не при... Показываю еще раз для особо глуповатых. Берете приспособление и идете, пока не... Показываю последний раз для полностью тупых. Берете приспособление... Смотрите, смотрите! Ракета! Это пришельцы! Ура! Прекратить панику и смотреть вниз! Беда! Беда, господин Понч! Что такое? Вы проспали второй завтрак! А ведь режим питания... Нарушать нельзя! Братцы, это же Знайка! На космическом корабле прилетели мои друзья! Господин Понч, ваш сын! Ах! Дубака!
Бритоголовые ротозеи, олухи, какого лешего бросили ружья? Хватайте их! Показываю для абсолютно безмозглых! Делай раз! Делай два! Делай три! Он в обмороке. Сейчас я ему искусственное дыхание буду делать. Братцы по разуму, я принес вам чемодан вашего Незнайки. Незнайки? А где же он сам? Его сцапали фараончики, посадили на корабль и отправили на остров дураков. Братцы! 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 А про Незнайку-то я совсем позабыл! А чего бежать, когда и здесь весело? Ой, я тут главный догоняльщик, перегоняльщик и крутильщик. Велика заслуга крутиться и болтаться целый день. Очень много.
подумаем. Бе-бе-бе. Командир дураков! Без тебя обойдусь. И лодку без тебя построю. Тебя подослал? Никто, я сама. Почему ты не на качелях? Тебя Спруц подослал, признавайся. Спруц? При чем здесь Спруц? Он хочет превратить меня в барана. Ничего не понимаю. Как может коротышка превратиться в барана? Я вижу, ты действительно ничего не знаешь. А еще журналистка. Бывшая, между прочим, благодаря вам. К сожалению, говорить об этом я не могу. Таков приказ. Опять ничего не понимаю. Я никогда не нарушал указаний начальства. Слышишь? Никогда. Говорить не можете? Пойте! Петь? Насчет петь указаний не было. А что? Спою. Остров развлечений нас каждый день, каждый час превращает в славненьких баранов и овец. Мистер Спрус, который год без забот, без хлопот извлекает нашу здесь энергию сердец. Из великой праздности разные разности, фрукты, хлеб и овощи делают тут. А из нашей радости всякие сладости на подземных фабриках тайно пекут. Развлекайся все сильней, веселись, ешь да пей, и не думай ни о чем, и даже о себе. И тогда в конце концов он тут наш дураков говорит, тебя заставит только медобед. И по склонам, по горам, здесь и там, тут и там будешь бегать, позабыв, кто ты такой. Позабыв отца и мать, будешь травку щипать и лишь изредка глядеть в небо с тоской. Развлекайся все сильнее, веселись, нежды пей, и не думай вообще ты больше никогда. И тогда ты заказал способ наш дураков сделает тебя бараном раз навсегда. Будем бегать! Все сейчас сгубит веселый остров дураков. Зайчка, милый, не надо, пожалуйста. А ты кто? Бе-м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 е
невесомость! Невесомость! Что это? Как вы ничего не поняли? Звездочка! Звездочка, не прилетели! Знайка прилетел! Знайка прилетел! Знаечка! Я так и знал, что он прилетит к нам на выручку! Ура! Кажется, мне сейчас распеканция будет. Ну, здравствуй. А вы что же, голубчики, не могли прилететь раньше? Мы тут их ждем, ждем, а им хоть бы хны. Тоже мне спасителя называются.
я с тобой дураком и разговаривать после этого не хочу. Ты бы лучше спасибо сказал, что хоть теперь прилетели. Братья, а может это, братья, не надо было меня спасать? Я пончика потерял. Ой, пончик, где ж ты пропадал? Да, чтобы режим питания... Ты как себя чувствуешь? Я хорошо, а что? А то! На этом острове нельзя долго находиться. Особенно некоторым любителям развлечений. Ну, еще капельку побыть, думаю, можно? Ведь нужно же и остальных спасти. Ничего у вас не получится. Спасете этих, Спрус привезет других. Внимание, внимание! Только на канале Лун ТВ раскрыта тайна зловещего острова дураков. Конец преступным злодеяниям Спрутца! Что? Наш специальный корреспондент передает с места событий. Мы на дне моря. Перед вами, господа, сердце острова. Оно бьется в судорогах. Оно останавливается. Это значит, что останавливаются химические заводы. Спрутца! Они перестают дымить! Это про меня, что ли? Невесомость – это чудо! Да, отважная журналистка Звездочка и мы, коротышки с планеты Земля, остановили эту адскую машину. Мы надеемся, что теперь больше никто не захочет превращаться в баранчиков и овечек. Это что? Забыли, кто я такой? Я не какой-нибудь замухрышка. Я Спрутц! Москвитасайза, остров на свече, простите дураков. Это все они? Треклятые пришельцы! С дурацкой ракетой и дурацкими семенами! Это они разодили меня? Негодяи, проходимцы! Вегетарианцы! Следующий! Ой. Так! Как жаль, у нас теперь самая жизнь начинается, а ты улетаешь. Ничего, мы еще прилетим к вам. Даня! Знаешь, я хочу тебе сказать, какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший. Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется. Почему только так кажется? Ну, просто ты, наверное, влюбилась в меня, вот и все. Что? Я влюбилась? Ну да, а что тут такого? Как что такого? Да я видеть не могу твою глупую физиономию. Вот. И что? Какая штука вышла? А что я такого сказал? Знайка из цветочного города. Коротышка с планеты Земля. Сердцами домой устремляйся.
сейчас нас. Ах, как далека ты, родимая земля, ты любимая земля. Где в травах луга, где прекрасные поля, где цветущие. В этот час нас. Ура! Ура! Солнышко! Солнышко! И все. А теперь можно снова отправляться куда-нибудь в путешествие. Нет, ты все-таки неисправим, Незнайка. Да это очень хорошо, что я неисправим. Если я буду исправим, вся наша интересная жизнь сразу станет неинтересной. Нарисованные люди очень весело живут. Он немного невезучий, озорной и смелый плут. Все его чему-то учат, и Незнайкою. Лягушка, прожорливое брюшко, и съела кузнеца, и съела кузнеца. Не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца, такого вот конца. Ты хочешь учиться? А на чем легче всего? На балалайке. Ну, давай сюда балалайку, я попробую. Нет, балалайка слишком тихо играет. Дай мне что-нибудь другое. Погромче. Погромче. Ну что ж, учись на скрипке.
еще есть труба. Давай-ка сюда попробуем. Учись на трубе, учись, если тебе нравится. А зачем мне учиться? Я и так умею. Нет, ты еще не умеешь. Ты просто трубишь, а не играешь. Как не играю? Очень даже хорошо играю. Громко. Эх ты, тут дело не в том, чтобы было громко. Надо, чтобы было красиво. Так у меня и получается красиво. И совсем некрасиво. Ты, я вижу, совсем не способен к музыке. Это ты не способен. Ну ладно, ладно. Бери трубу и играй, сколько влезет. Ну и буду играть. Что за шум? Это не шум, это я играю. Перестань сейчас же, от твоей музыки уши болят. А это потому, что ты к моей музыке еще не привык. Вот привыкнешь, и уши не станут болеть. А я и не хочу привыкать. Очень мне нужно. Уходи отсюда со своей противной трубой. А куда же мне уходить? Иди в поле, да там и играй. Так в поле ведь некому слушать. А тебе обязательно надо, чтобы кто-нибудь слушал. Обязательно. Ну и иди на улицу. Там тебя соседи услышат. Ну ладно. Булька! Нельзя ли попросить вас поиграть где-нибудь в другом месте? Подумай. Я и сам не стану играть. Булька! Эй! Музыкант! Убирайся отсюда со своей трубой! А что, здесь тоже нельзя? Нельзя, нельзя! Эй! Уходи отсюда! Thank you.
тоже тюбик. Дай мне каких-нибудь красок и кисточку. Я тоже хочу быть художником. Ты ведь хотел учиться играть. Не хочу больше играть. Все равно моей музыки никто не понимает. Еще не доросли до моей музыки. Эх ты! Только попробовал и сразу бросил. Так из тебя ничего не выйдет. А ведь рисовать тоже долго учиться надо. Я и буду учиться. Ну ладненько. Сейчас я тебе дам задание. Нарисуй сначала этот кувшинчик. На это задание даю тебе 2 денечка. Вот тебе красочки, вот тебе листочки. Через 2 дня покажешь, что у тебя получилось. Сейчас получается похоже? Очень похоже. Вот и готово. Да разве я такой? Конечно, такой. А какой же еще? А усы зачем нарисовал? У меня ведь усов нет. Ну, вырастут когда-нибудь. А нос почему красный? Это чтоб было красивее. А волосы почему синие? Разве у меня синие волосы? Синие. Но если тебе не нравится, я могу сделать зеленые. Нет, это плохой портрет. Это... Да я его порву. Зачем же уничтожать художественное произведение? Здесь только надписи не хватает. Я сейчас подпишу, и все будет понятно. Я с тобой в ссоре. Все равно я уничтожу этот портрет. Почему ты такой грустный? Может быть, ты больной? Слушай, Незнайка, ты, говорят, нарисовал пончика. Нарисовал. Вот. А это кто? Это Знайка. А это механики Винтик и Шпунтик. А что это у Винтика вместо носа? Винт торчит. Винт. А это что у Шпунтика на носу? Гайка. А зачем ты ему гайку на нос навинтил? Тоже, наверное, для смеха. Для смеха. Молодец, Незнайка. Никогда, никогда в жизни я так не смеялся. А это кто? Доктор Пи. Доктор Пи? Неужели это я? Нет, это не я. Это плохой портрет. И лучше его сними. Зачем снимать? Пусть повисит. А что это ты мне вместо носа нарисовал? Градусник. Ты, Незнайка, видно, больной. У тебя что-то с глазами случилось. Когда это ты видел, чтобы у меня вместо носа был градусник? Придется тебе на ночь касторки дать. Нет, 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 не надо касторки. Теперь я сам вижу, что портрет плохой. Молодец, Незнайка, молодец.
тебе. Ну уж, этот портрет неудачный. Лучше сними. И мой сними. Тоже нехорошо вышел. Почему нехорошо? Нехорошо, нехорошо. И гайка на носу. Это не остроумно. А если не снимешь, не будем тебя катать на машине. Никогда-никогда в жизни вот увидишь. Ничего не выйдет. Почему? Потому что ты за все берешься, а ничего до конца не доводишь. Вот увидишь, теперь до конца доведу. До самого-самого конца. Нет, нет, это тебе не красками мазать. Это машина. Тут долго учиться надо. Чего тут еще учиться? Дергай за ручки. Ты нажимай себе. Ну, нечего, нечего. Не смей. Не хочет ехать, а? Ну ничего, я тебя доведу. Ты у меня поедешь! Что ты делаешь? Убьешься! Не убью! Вот видишь, что ты наделал! Остановись сейчас же! Выключи тормоз! Как вам его выключить? Будто я знаю! Что? Что случилось? Незнайка на машине поехал! Забирай! Братцы! Отворите скорее ворота, а то я все во дворе переломаю. Thank you.
потерпеть немножко не любишь? Мы... Но тебе говорили, что учиться надо. Ты поехал. Сиди, сиди и дыши тут воздухом. И не думай вставать. Чего ты лаешь на меня, дурачок? Не узнал? Это ведь я же, не знайка. Видел, чего я тут натворил? Это все моя работа. Но ничего, зато теперь я ученый. Теперь я знаю, что каждому делу учиться надо. Вот, брат,